В общем, обзор еды. Огурцы, помидоры. Это были огурцы день назад. 30 рублей, ну 29 рублей. Отличные огурцы. Они без желтых всяких пятен. Сладкие на вкус. Даже как домашние. Вот эти помидорки грунтовые, я не знаю, как сорт называется. Они сейчас стали продаваться, но 90-100 рублей это дорого. И они продавались за 50, 49 рублей. Такие помидорки. Хотя они в том году стоили рублей 30. Сейчас они почему-то во всех местах лежат 100, либо 90 рублей. В 3 раза дороже. Помидоры стали. Ну вот в единственном магазине они были 49. Вот, на огурцы, ну просто отличные огурцы. 30 рублей, ну это просто идеальные огурцы, можно сказать. На следующий день вот такие же эти помидоры грунтовые, но они уже стали стоить чуть дешевле, на 10 рублей, 40 рублей. И в одном месте нашел я, продаются такие вот персики. 49 рублей. Но это вообще отлично, я считаю. Они без дефектов. Ну, их нету пятен, там гнили какой-то внутри. Ну, вроде как они похожи на какие-то грязные, хотя я их помыл уже. Но они все равно грязные где-то. Запылились, что ли? Вот какой-то налет такой. Как будто в пыли все. Не знаю, может еще раз надо помыть. Вот. Вполне нормальные, такие же продаются в Пятерочке, но уже за 100 рублей. Здесь они стоят 50 рублей, в 2 раза дешевле. Может быть, такие же есть еще где-нибудь в Народном, но до Народного мне не дойти пока что. Персики отличные. Они еще и спелые, к тому же внутри. Красные и сладкие. Вот я оставлю просто для вида симпатичного. Вот такая груша стоила 45 рублей килограмм. Это я считаю отлично. Здесь только бывает, они начинают сохнуть. Если вот этот край засыхает, значит она старая. Ну понятно, что и так она старая, но она еще в нормальном виде. И на следующий день я хотел купить вот этих огурцов великих за 30 рублей, сладких, отличных, но их уже не было, были за 40 рублей. Вот такие вот. Этот вот был 30 сладкий, это с какой-то другой, видно, поставки. Они чуть по виду покрупней. Я не знаю, как на вкус, я еще не пробовал. И цена на 10 рублей дороже. Но все равно неплохие. Это мокрые, потому что я их мыл. Вот. В то же время в Пятерочке продаются огурцы 60 рублей. Ужасные, страшные. Кривые все, косые, невкусные. В белом налете. Плесени. Персики 100 рублей, как я сказал. Ну, вот в таких маленьких ларьках можно купить более выгодно товар. Все эти сети, они продают плохой и дорогой товар, потому что
Им без разницы. Все равно придут и купят. Кто не может, не хочет идти далеко, а таких людей много. Поэтому такая вот опасность с этими большими сетями. Им вообще пофиг на покупателя. Они за счет большой прибавки, если они покупают там эти огурцы по 10 рублей или картошку, например, которая 30 рублей, они, наверное, уж максимум рублей за 10 покупают, то за счет этого можно прекрасно существовать. Ну, в общем-то, на этом все. Приходится вот так экономить. Всем пока, стримаши. Подписывайтесь. Ставьте уведомления. А, ну и сами подумайте, вот персик 50 рублей, это почти что как картошка, вот я видел 40 рублей, может какая-то мытая, она и 50 перекрестки стоит. То есть, ну это просто ужас какой-то, что вот эти картошку, свеклу какую-то за невкусную продают за огромную цену, хотя можно купить персик, там и производитель же зарабатывает, он не даром же дарит, и магазин, вот этот посредник, который продает, то есть нас везде обманывают, превышают в сотни раз посредники, товар, в основном товар доходит очень плохого качества для людей, и это никак не остановить, если не систему не поменять. Вот теперь уж все.